Россия заявила в воскресенье, что сбила 2 украинские ракеты над Азовским морем и более 20 украинских беспилотников в Московской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Москва утверждает, что ракеты С-200 были переоборудованы для поражения наземных целей на территории РФ. В аннексированном Крыму прозвучала воздушная тревога, и Керченский мост был временно блокирован. Один из сбитых дронов в Тульской области, потеряв управление, врезался в жилой дом. О серьезных повреждениях не сообщается. По данным Киева, в ночь на воскресенье российские войска запустили по территории Украины 9 дронов «Камикадзе», 8 из которых были сбиты. В субботу Украина обвинила Россию в 75 атаках беспилотников, выпущенных по территории страны, в основном в сторону столицы Киева. Минобороны Украины сообщило, что 71 беспилотник был сбит. По данным украинских властей, в результате этого нападения пострадали 5 человек, а десятки многоквартирных домов и построек были обесточены. Атака была предпринята в день, когда в Украине чтят память жертв Голодомора. Же твари.